В европейской стране искать мужа. Смотри, кто тебе нравится. Итальянцы более ухоженные, по мне. Так, испанцы, они вообще такие страстные испанские мужчины. Я же не знаю твой вкус. Я бы, наверное, рассматривала среди англичан еще, потому что там можно гражданство хорошо быстренько получить, как жене. И итальянцы, присмотрись, потому что итальянец, если официально на тебе женится, ну, вдруг так пойдет, что вы разведетесь, все отдается жене. Все. То есть не как в России официально, половина или в Америке половина. В Италии все на стороне супруги. Всем привет! Создается впечатление, что деваха перечпокалась с половиной Европы. И не только. Но вот эта тема, да, лучше всего итальянец. Если вы разведетесь, да, вам достанется все. Знаете, что самое интересное? Деваха мыслит на перспективы. То есть, когда вы вступаете в отношения, вы вообще думаете о том, что они закончатся? Если вы изначально вступаете в отношения с таким настроем, что типа, ну да, все рано или поздно закончится, да, мы разведемся, то, ну, как бы, это не то, что вам нужно. Потому что если вы вступаете в отношения и думаете, что вот, вы вместе до конца, это нормально. А когда вы уже заранее думаете, что, ну, мы же разведемся, вот это уже вот стоит задуматься.